Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, это третий выпуск Форд FIFA, легендарный наш сезон. Ну и в самом начале, как обычно по традиции, мы открываем 5 золотых игроков на Футхеде. Итак, друзья, сразу же и икона Лоран Блан. Есть у него еще и Prime. Мы, естественно, берем 89-ю. Это средняя его версия, если я не ошибаюсь. И у нас как раз были проблемы с обороной, но теперь, мне кажется, их у нас и не будет. Нет. Ну давайте возьмем это... Футбёздой карточка. Пока что на резерв это да. И последний игрок нет. Итак, друзья, только в обороне у нас появился новый игрок. Это Лоран Блан. 89-я икона. И также на скамейке запасных появился Тимо Вернер. Но этих игроков мы, естественно, будем менять. Я даже могу вместо Салаха поставить Тимо Вернера. От этого ничего просто и не изменится. Ну что же, нам нужно убивать игроков. Чем больше, тем лучше, потому что за убитого игрока мы получаем не 5 золотых игроков, как раньше, а 5 специальных игроков. Так что переходим к первой игре Fortnite. Есть, одного мы все-таки убили. Итак, пережила 19 соперников и убил одного человека. Это я получаю 10 золотых игроков и 5 специальных. Ну что ж, друзья, за первую карточку, конечно, не очень много мы получаем игроков, но 10 золотых, и наконец-то мы убили первого нашего, между прочим, соперника. И за это мы получаем 5 специальных игроков, их мы оставим, пожалуй, напоследок. Ну а начнем с золотых игроков. Первый игрок. Друзья, я не знаю, как это просто работает. Мы получаем Карлеса Пуйоли. Это снова центральный защитник в этом выпуске. Это снова его средняя карточка. И у него тоже есть его прайм икона. Естественно, мы берем Пуйоли. Нет. Друзья, но у нас Райан Гиггс. И как вы знаете, он у нас уже есть в команде. Но его 87-я карточка. Мы берем его, естественно, 92-ю. И ждем, когда он нам еще раз выпадет его прайм икона. И может быть, он станет первым, у кого будет такая карточка. Нет. И последний золотой игрок. Эту карточку мы возьмем, это тоже сказать икона, можно так сказать, в прошлом. Ну и, скорее всего, в будущем он получит свою икону в FIFA. Ну а мы сейчас открываем 5 уже именно специальных игроков. Поехали. Да, нет. Ну давайте возьмем. И последний специальный игрок. Я думаю, уже не будет этого, но все-таки в специальных играх мы получили свою икону. Это Бобби Мур. Его... самая лучшая версия, но у него есть еще и Prime. Поэтому мы ее, естественно, возьмем вместо другой иконы в основном составе. Просто другого защитника мы поставим в запас. Итак, вот так вот у нас теперь выглядит составчик. После первой игры у нас появился 3 защитника из икон. Это Пуйоль, Бобби Мур и Лоран Блан 89. Так он у нас переместился немножко в... запас. Игуаим также, но это пока что просто мы лучших игроков так берем. Пока что у нас минимальный это 87 рейтинг, но рейтинг нашей команды уже 189. Ну что же, переходим ко второй и последней игре на выпуск, этот Fortnite. Итак, занял я 33 место, пережил 77 соперников, получая 39 золотых игроков. Итак, друзья, 39 золотых игроков. Ну что ж, начнем. Первый игрок. Нет. Ну, Роберта возьмем. Нет. Друзья, что-то намного защитников падает именно икон. В сегодняшнем выпуске это вроде 4-я уже икона. Ее мы, естественно, берем вместо даже Пуйоля мы поставим. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем 30 лайков на этом видео. И уже совсем скоро выйдет 4-я часть нашего легендарного сезона Форд FIFA. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Ведь сегодня нам можно все.